Джуджу Чарльз. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я не явился к тебе. Ставь лайк, если ты бро, а с тобой найсик, бро. Блин, этот маг меня достал уже, он постоянно мне говорит, типа, какой-то Чучу Чарльз уменьшился в размерах и сейчас ведет на меня охоту. Я не понимаю, какой Чучу Чарльз, подожди, ну, конечно, этот паровозик, но как он мог уменьшиться, просто так я вообще не понимаю. Он же, ну, наоборот, только увеличивался, вот, например, в игре. Что ты вообще несешь, братуха? Дай-ка я лучше не буду тебя слушать, я пойду просто прогуляюсь спокойно и не буду тревожить себя. По-любому же мне просто нагоняет... страшных мыслей. Вот, кстати, снежка вообще нет. О, офигеть, это что, паутина? Не, погоди, а вдруг если... Ну, я туда подойду, там какая-то охота на меня реально начнется. Вот этот вот, короче, алмазный голем мне поможет. Он тут выпал. Все, идем, голем, с тобой вместе. Ты должен мне помочь. Блин, что-то он вообще не хочет идти. Ему очень не хочется. Посмотри, просто еле-еле как. Лень ему, капец. Не будь ленивым, как этот голем, короче. Ай-яй-яй, что это за фигня происходит? Что это за маленький паучок? Подожди, это Чучу Чарльз? Чё ты на меня нападаешь? Отстань! Хе-хе-хе, на, получай, получай. Ты не ожидал до такой облавы, а вот я напал на тебя. Я специально превратился в маленького, чтобы такую западню сделать. Ням-ням-ням. Не-не-не-не-не, я не хочу, чтобы ты меня кусал. Дай-ка я тебя сейчас укушу, реально. Ай, так, ай-яй-яй, блин, все таки больно. Ай, куда я снова он меня в портал заманил. Откуда там вообще был портал? Ну ладно, походу мы сегодня продолжаем играть в Чучу Чарльза. Как только он меня не ловит, реально. Фуф, ладно, поехали. Что мы делаем? Я уже забыл, если честно. Так, значит, нам надо вот эти детали стащить для нового оружия. Нам надо сходить в шахту или гробницу. Ха, непонятно. Так, непонятные работы. Да, банда защищает яйцо. Там какие-то непонятные работы. Дополнительное задание. И вот здесь вот призываем Чарльза. Ну, то есть, по сути, вот эти все заданки можно даже не выполнять дополнительные. И просто пройтись вот сразу по этим трем миссиям. Ну, давай сначала, наверное, оружку зафармим, да? Да, конечно, поехали. Так, у меня здесь что стоит? У меня стоит гранатомет. Ну, пусть он и стоит дальше. И я что-то не почитал, какой, в какой цвет перекрасить. Блин. Ну ладно, пусть будет фиолетовый. Так, у меня 54 единицы хлама. Можно немножечко проапгрейдиться. Урон в максимум я вкачал, потому что я, ну, сильный. Я люблю быть сильным. Поэтому Чарльз будет реально страдать. И потихонечку едем. Пока что Путину какой-то... Подожди, а чему? Да, мы медленные, вот что хотел сказать. Путь какой-то... Ну, преодолевается он явно с трудом. Вот, что я хочу сказать. Прям реально тяжело. Еле бздит. Почему так? Может, надо переставить на пулемет? Мне скорость вообще не увеличивается. Похоже, что здесь какие-то, ну... Какая-то дорога плохая, видишь? Она еле-еле вот, ну, вообще здесь ходит. Видишь, какой-то песок. Непонятная шняга. Кстати, а... Боже. Это плохо? Неужели сейчас меня грохнут? Что это был за звук? Нет, 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 нет. Чучу Чарльз вонючий. Что-то у меня прям напугал своим пищанием только что. Где он? Фух, что-то стрёмно стало. Прикинь, сейчас вылезет так неожиданно, негаданно. И мне просто... Опа. Это он там сейчас был? Нет, это огни. Несмотря они влево ведут, сразу как раз на дополнительное задание. Ну и да, сейчас мы ремня здесь реально знатно получим. Ой, я уже вижу чуваков. Стоп-кран. И подрываем их. О, блин, здесь рядом. На! Блин, что-то мажу прям. О, блин, у меня сейчас ремня выпишет. Получай! А у них маски какие-то другие. Блин, они мне хпшки тратят.
Ё-моё! Все, я умер. Да что ж такое, а? Не, лучше я не буду останавливаться, но мне сейчас опять на меня выпишут. На, блин! Все, давай, до свидания. Еще вот этого надо шлепнуть. Блин, они же реально сильные очень. Они мне сейчас таких люлей выпишут. Ну, вроде все, я отбился. Даже можно дернуть стоп-кран и назад дать. Ходу назад. Шаг назад, так сказать. Ой, смотри, вот туда. Опа! Бабахнули. Дабы еще выстрелить, чтобы вот точно всех бабахать. Вроде бы все, вроде никто меня не трогает больше. То есть реально здесь у нас, ну, какой-то боевик прям. Офигеть. Ну, мы выжили. Это самое главное. Починить у меня ничего нет. Ну, у меня нет хлама. Я весь... Ну, как сказать? Короче, я его... Ну, потерял. Потратил на фигню и теперь как бы жалею. Реально очень жалею. Ну пошли, что у нас здесь в домиках. Даже дверь не открыть, ты посмотри-ка. А там хлам при этом. Может, как-то можно зайти с фланга? Может, как-то через окно? Нет, здесь именно ключ нужен. Нужен ключ. Трупик. Блин, а мне, кстати, очень интересно посмотреть, как выглядят маски их. Это же совсем какие-то другие. Это... Они уверовали в своего чуть-чуть Чарльза. Ты смотри. Блин, у них такие безумные глаза. Ну, на масках. У них-то глаз, ну, не видно. Смотри, это большая маска. Можно за своего сойти? Да, реально, смотри, я открыл. И вот они, эти маски. Но, к сожалению... А где все вот эти люди, которые носят вот эти маски? Их же тут реально дофига. Вау. Это жабья морда. Прям как я. Я тоже жабка. Ну ладно, пошли вот сюда вот. Здесь у нас взрывчатка. Взрывоопасные вещества. А где шахта, я не пойму. Блин, это же не шахта, я совсем забыл. Да, ступил немножечко. Это же мы за оружкой пришли. Блин, опять мне показалось, что чуть-чуть Чарльз. Ну ладно, он шуметь будет, он если что даст о себе знать. Так, водочка. И мы уже месяц здесь на разведке, и мне все не дает покоя один вопрос, что мы на самом деле ищем. Нашли мы тут древние каменные руины, как над землей, так и под ней. В одной из других шахт обнаружилась огромная пещера с чем-то вроде храма. Мы точно золото ищем. Ха. Нифига себе, какое нафиг золото? А, да. Я понял. Типа, Уоррен, наверное, сказал, что мы ищем золото, ребята. А на деле-то мы храним яйцо. Что-нибудь такое. Так, а вот он ключ, кстати. То, что надо. Водочка еще. Ну и починить для починочки, так сказать. Сейчас нашел очень много запчастей. Очень много хлама. Ой, блин, что-то я грохнулся опять. Мне очень смешно здесь со звука падения. Это прям вообще... Как будто, я не знаю, у меня в мясо все стерлось. Такая вот шняга. А что это ветер такой усиленный? Не было такого. Так, открываем дверь. И здесь у нас... Вот они. Вот эти вот самые шняги нам нужны. Мы сейчас вставляем их. Оп-оп. И получается наш... Ну, чумачечий, скажу прям, у нас. Блин. Не, здесь никого нет. Короче, чумачечий пулемет у нас получился то ли что. Может, это какой-то миниган. И я его могу использовать? Да, смотри. Посмотри, как он работает. Оу. Это какая-то пушка прям. Ничего себе. Ну, давай ее носить. Теперь можно сразу же еще дать деру вперед. Или даже назад. Дадим назад немножечко. Потому что там можно разворот врубить, и будет легче дойти до специального кружочка. Да-да-да-да-да, стоп! Все, дернули стоп-кран. Быстренько переворачиваем. Все, теперь мы направо. Ой, как же кайфово. Не, реально, сейчас можно сразу в шахту сходить. Потом чуть-чуть Чарльза. И все, в принципе. Считай, игру прошли. Не знаю, на самом деле, быстро ли мы пройдем ее. Но мне что-то мне подсказывает, что придется еще серию делать. Ой, здесь челик! Что он здесь делает? Ой, боже. Быстрее за пушку. Где он?
Они вообще бесшумно передвигаются. На! Тут их два целых. А что они здесь делали? Нереально, что-то стрёмно. Мы еще не доехали даже до той местности. А тут уже какие-то сторожи. Ладно. Фух, что-то стрёмно реально. В ту сторону нам. Не, смотри, нам вообще противоположную. Вот туда вот куда-то. Мы же крестик поставили, и правда. Блин, что-то мне подсказывает, что ничего хорошего мы там не извлечем. Или не извлечем. Но посмотрим сейчас. Быстренько добежим. Так, мы прям реально по чокнутому бежим. И вот она, моя метка. Пока что мужиков я не вижу каких-то, которые мне люлей сейчас выпишут. Вообще ни одного жесткого типочка. Есть только я и этот лес. Есть только я и вот это, вот эти вот храмовые руины. Вот этот вот Стоунхендж. Ну это фигня, знаешь, вообще не интересует. Хотя, может, эти тотемы какую-то силу передают. Подожди, это не те самые призмы? Или призма? Одна же должна быть какая-то... Я забыл, что мы читали. Ну вот в прошлых сериях там какая-то призма была, которая в яичке, вот эти вот три яйца, в них сверкала, и, в общем-то, через них проходил луч, который давал силу. Вроде так, да? Если я не ошибаюсь. Так, и здесь уже чувачочек. Мы будем ждать. Я вообще не знаю, как пользоваться вот этой вот подглядывалкой. Вроде как-то так. Так, чувак меня не запалил. Забираем хлам. Блин, он меня видел. Блин, я сейчас нашумел. Ну все, мне сейчас люди выпишут. Все, уходим, уходим, уходим. Они мне реально сейчас, ну, не по-детски, ну, ремня дадут. Блин, я слишком много заманил. Не, точнее, мало. Ну, типа, двое, это, ну, достаточно, наверное, но... Мне кажется, что все равно не добрал. Надо было... О, блин, у него что-то... Какая-то броня синяя, заметил? Это уверовал челик в синего чучучара или что? Что это значит? Блин, меня же стреляют, пока я карту гляжу. Подожди, а что я просто не пробегу? Зачем я вот это вот делаю сейчас? Мне придется до паровозика 1000 лет бежать. А я могу просто вот так вот сделать. Бам-бам-бам. Реально, здесь элементы паркура же жесткие. Вот смотри, опа. Опа. Я прям бани-хоп делаю. Ну, если ты, конечно, знаешь, что это. Ну, это в КС-ке. Ну, и вообще, в играх Соурса. Вот, короче, на движке Соурс. Играх. Там прыжок действует так, что ты вот реально, ну, очень огромное расстояние переходишь за один прыжок. Вот, и все больше и больше и больше с каждым прыжком. О, блин, мне чуть... Нифига себе! Ты видел? Я прям у него у спины был, ему вообще пофиг. Я так понял, главное им на глаза не попадаться. И отпускаем вот этот вот кронштейн, или как это называется, и мы спускаемся в недра шахты. День, ну кто-то по-любому есть, да, какой-нибудь жесткий тип тоже. И смотрим, да, он не видел меня, но при том он идет сюда, походу. Я вот здесь вот за деревяшкой постою. А, долго ли мне так стоять? Давай я сразу пойду тогда в спину к нему. Вроде спокойно идется. То есть он меня не запалил. А, яйцо, вот оно, красное. Вау. Сияет оно, конечно, прекрасно. А еще есть типы здесь. Я придумал, я пока за яйцом не буду идти, я пока вот... Ну, пока яйцо хватать не буду, я схвачу для начала вот эту штуку. Ну, это просто сундучок, типа, вообще никаких проблем не должно быть с его открытием. Раз, раз, два... Блин! Ненавижу. Вот так вот у меня всегда этот замок тяжело... Блин! Ой, черт, самое обидное, когда идеально все прожал, и потом на третий начинаешь уже, ну, просто позориться. Два, три, все, открыли. Красная краска, вот, то, что надо, покрасить чуть-чуть Чарльза, точнее, Чарльза в красный. Ну, реально имба же.
Красный Чарли должен быть. А вот здесь яйцо красное, и краска красная, все красное, короче. Ну все, выбираемся отсюда быстрее, пока этот чувак не прошел сюда. Ну, вроде никто не палит, никто не мешает. Там еще, кстати, мне казалось, сундук должен быть. Ну, вот туда. Там, короче, боковая такая... Боковой проход был, и там, возможно, был еще сундук. Но мне кажется, что это не стоит того, во-первых. Совсем другая местность, как видишь. Да, мы вышли вообще в противоположном месте. И я слышу чуть-чуть Чарльза, походу специально скрипт так сыграл. Да, блин! Так, а мы знаешь, что сделаем? Мы просто спрячемся обратно в шахту. Да, это будет гениально. Или нет? Чё-то стрёмно. Не вижу чуть-чуть Чарльза, поэтому здесь пробегу быстренько. Может быть, меня и не запалят. Будем молиться. Пожалуйста, спаси и сохрани. Береги, сохрани, спаси. Так, а это что за местность? Ну, у нас, смотри, здесь всякие локации непонятные. Я тут был разве? Да, это не... Это тут я тут был, я тут был. Это, короче, база вот эта вот. Чувачков. Ну, тогда бежим. Я поставлю метку на свой паровозик Чарльз. На своего Чарльзика. Ну и бегаю я со скоростью где-то... Ну сколько, давай прикинем. 3 метра, да? Я 3 метра в секунду я прохожу. Ну, где, ну где-то так, даже 3-4 примерно. То 3, то 4. Прикольно. А я что-то слишком быстро, мне кажется. Я должен вообще еле, ну, топать. Еле топать. А все, мы идем уже в эту, в завершить. Ой, призовите Чарльза с помощью яиц. То есть, да, я готов. Назад, назад. Стоп, я назад не смогу отъехать. Я заехал в фиговую часть. Или паровозик настолько мощный, что он даже в эту сторону спокойно едет. Да, жестко. А мне нравится то, что можно просто спрыгивать, а не какие-то рычажки крутить. И все, он у тебя сам стопорится. А, кстати, давай покрасим в красный. Я какой... Не, мне так не нравится. Что-то слишком агрессивный. Хотя вот так вот, конечно, неуклюже зелененький. Прям не боевой настрой. Ну давай пусть будет желтый. Я типа умеренный. Я готов подраться, но, чувак, мы же одной крови с тобой. Я Чарльз, ты чу-чу Чарльз. Да куда ты назад, блин? Я что, не дернул разве рычаг? Вот опять же я куда-то еду, не туда. Фух, ждать. Блин, и теперь я еще дальше отъехал. Отлично вообще. Давай, заворачивай вправо. Это издевка прям. Ну и давай быстренько запускаем. Кайф. Так, и надо, конечно же, меточку, да? Меточка следим. В принципе, храм рядом будет с моим паровозиком. То есть вообще никаких сложностей не должно это вызывать. Хотя... Вход там жуть просто. Блин, куда ты? Хотя ладно, сойдет, да? Не, не сойдет, надо немножечко, вот немножечко назад отогнать. Не. Ну так ощущаю, будто вот надо так сделать. Было бы сладно, как говорится. И... Стоп, еще. Еще чу-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 чу. Все. Отлично. Ну, я думаю, что пушка балласта, вот эта вот моя, которая сейчас стоит, она будет идеальной просто для монстра. Для Чарльза, которого я сейчас призову. О, блин, меня палят. Еще и Чарльз там. Что-то все сошлось так, чтобы мне реально люлей сейчас прописать. Прям реально такой удар под дых. Ё-моё. Так. Прям на ходу ему писал, так сказать. Быстрее надо в замок, пока Чарльз не приехал. Блин, он все, он приехал. Вперед, вперед! Ааа, блин! Что так страшно? Как Чарльз это... Как в него стрелять? Так, все, наваливает по нему урона. Так. Ну он не успевает за мной, да? То есть я реально ему очень много урона вписал сейчас, и он... Не может ничего сделать. Главное, чтобы не сломался паровозик. Так, починим, починим немножечко. Он у меня дофига хлама, мне пофиг. Мы даже с ним повоевать смогли. Отогнали, отогнали, ты посмотри, убегает.
Слушай, ну... Я понял, для чего дополнительные заданьки нужны. Ну то и сейчас бы желательно все-таки решить их, поэтому, да. У меня не получится сегодня его уничтожить. Мне надо сейчас реально решить вот эти вот заданьки. Я должен иметь очень большой запас. Я полагаю, что я должен иметь очень большой запас хлама. Иначе будет тяжело очень. Вот это я сразу понял. Ну как сразу? Вот только что пришло до меня озарение. Поэтому если этот козел приедет, ну пока что он лечиться отъехал, да, мы ему реально люлей наказали его. Он чувствует свою слабость. Он понимает, что он не самый мощный мэнчик на квартальчике, а тут есть покруче, дефолтный Чарльз. И ты же понимаешь, что это значит только одно. То, что мы его, скорее всего, одолеем. Да, мы же жесткие. Мы жесткие. Вот, и где все-таки... Вот эта заданька очень далеко. Но я думаю, что... Да, вот эту надо и вот эту. Потом можно вот так вот проехать и вот эту фигню решить. Да? Или задним ходом вообще ехать. Знаю. Это уже как-то само решится. А знаешь, мой паровозик ездит со скоростью 6 метров вот в секундочку, поэтому я даже не знаю, кто быстрее. Ну ладно, ну очевидно, да, паровозик, но я-то тоже неплох по скорости. Ну ладно, там мне кажется, что там 0,5 секунды. Ну, в паровозике, так что в любом случае он едет там, наверное, в секунду. 12 метров в секунду. А я бегу 4. Так, открываем карту. И вот она, незнакомая NPC. Уже близко. Вот реально надо было просто в начале игры еще, да? Все дополнительные взять и просто разъезжать как хочешь. Стоп! Так, что у нас здесь? Здорово. Ты должно быть тот человек из архива, о котором говорил Юджин. Мы рады, что кто-то решил помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорреном. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой поезд надо порядочно... Ой, подлатать, короче, его надо. У меня в амбаре есть немного хлам, можешь взять себе. Вот тебе ключ от амбара, он стоит выше по тропе, его трудно не заметить. Но я все равно отмечу на карте. А души, чувак, а души, что ты отметил? Блин, а реально я же мог и сам допереть. Ну, конечно, да. Все мне здесь как на полочке прям. Мне понравилась вот эта штука, которую нам дали последнюю. Вот эту пушку, ультрапушку. Она будто меня и оберегает еще от Чарльза. Такое ощущение складывается. Так, открываем. Я же правильно понял, вот это вот главный вход. Раз, два, три, четыре. Собираем и это. Ну да, сейчас мы будем просто выполнять дефолтные миссии. Довольно-таки несложное. Да, Юджин пообещал сразу же отправить помощь, как только доберется до материка. Только вот что. Вернуться он не обещал. Полагаю, он из тех, кто не будет заморачиваться по таким пустякам. Все оставшиеся на острове попытались вырваться из этого кошмара. Остается лишь надеяться, что это его знакомый. Или знакомая из архива сможет сотворить чудо. Плевать, что они там творили в прошлом. Или к чему они... А... Что они сейчас сделают? Что они сделают сейчас? Блин, здесь так написано вообще. Ну, перевод немножечко кривой. Чарльз должен сдохнуть. Большинство желают того же. Хотя нашлись и кретины, которые хотят оставить его в покое. Этот чертов Уоррен совсем рехнулся. Подожди, а про Юджина, да, вначале было, что он не стал бы заморачиваться. Юджин пообещал сразу же. Ну да, смотри, но Юджин приехал. Не стал бы, да? Кто-то мыслит так даже про него. Не очень приятным образом, будто он крыска. Будто он чувак, который бы не стал реально. Подожди, я здесь точно ничего не забыл. Хлам, во-первых. А, да, смотри. И все, это получается миссия выполнена. Я просто нахватал хламу и как бы ему должен дотащить. А он у нас тут неподалеку. Ну ладно, пошли до него сейчас. Быстренько доедем. И знаешь, пока вот я еду, пришла в голову одна мысль. А почему не сделать так, чтобы призвать Чарльза после того, сразу после того, как ты ему дашь люлей? Ну ладно, сейчас договорю. Здорово, мужик, а чё за фигня? Почему миссия не выполнена? Ты чё-то там просил, что ли? О боже! Я еще и Чарльза слышу, ну отлично вообще. Чу-чу Чарльза. Офигеть, я, кстати, быстро еду.
Так, ну нападение на меня 100% сейчас будет, да? Уже отличился, вонючка. Хотя я пока его не вижу, так что едем спокойно себе. На ангарчик мы забьем. А, смотри, мы же выполнили миссию даже. Ну, сдавать ничего не надо. Зачем я к нему поехал, непонятно. Так вот, даешь люлей и сразу призываешь. Он не успеет восстановиться. Ну, он, конечно, сбежал в лес, чтобы восстановиться, как это говорится. Вот, но... еще ничего не произошло. Лечилка не прошла по нему. Ну как, может, там чуть-чуть подлатается он, да? Но я думаю, что какое-то время-то нужно, чтобы он лечился. Ой, какая-то странная девчонка. Но она хотя бы, ну... Ну не, она все равно какая-то бесформенная, не знаю. Смотри на ее боты. Вообще, зачем ты так стоишь? Сейчас тебя реально хлопнут. Я могу зайти вообще к ней домой? Ну я здесь залутаю немножечко, конечно же. Почему нет? И еще здесь письма. Огурчики — это любовь, огурчики — это жизнь. Я обожаю огурчики. Только они делают меня счастливой. Огурчики, огурчики, огурчики. Огурцы. Что это такое вообще? Ну все, у нас, короче, помнишь, комментарии дня были про блины, про чебуреки мне предлагали? Нет, будут огурцы, короче. Огуречная дама, мне нужны мои огурчики. Я слопала последнюю банку огурцов. Только одна дает... А, только одна теперь осталась на острове. Я спрятал ее про запас в своей огуречной пещере. Я бы давно достала их, но потеряла свои ключи. У кого-то на острове должны быть маринычки. То есть отмычки. Принесешь мне банку особых маринованных огурчиков, я отдам тебе в награду весь хлам, что у меня есть. Какая-то больная дамочка, если честно. Не суди строго, так сказать, но баба это какая-то прям вообще. Поехала крышей на этом чуть-чуть Чарльзе. Походу, все, что я радует после... А, да, наверное, все-таки, ну, моя теория, что эта девушка, она реально повстречалась с этим чуть-чуть Чарльзом. Конечно, люлей от него не получила, но явно что-то видела. И сошла с ума. Поэтому она так такую нездоровую любовь к огурцам имеет. Прям реально нездоровая. Я такую нездоровую любовь имею... к чему? Ой, фиолетовая краска. К желтой краске. Вот. Так, забираем. И пам! Пам! Так. Еще разок. Опачки. Раз, два, найс. А, знаешь, к чему я нездоровую любовь имею реальную? Ну, прям нездоровую. К твоему лайку и подписке. Банка каких-то огурцов, я не знаю, какие-то, как будто, ну, огурцы как будто сплющились. И здесь письма. Огуречики. Ну да, там просто про огурцы. Да, ну реально, что-то я прям штормит меня от твоего лайка, подписки. Что-то прям так хочется. Ну так хочется. Поставь позязя. Если, конечно, ну, если, конечно, ты хочешь. Я бы хотел, чтобы ты поставил. Позязя. Во-первых, сдаем огурцы и посмотрим, сколько я заработал хлама. Мои огурчики! Ох, как я благодарна тебе за огурчики! Ты мой огуречный герой! Вот тебе немного хлама в награду, огуречный герой! Ой, да, дамочка, конечно, вообще меня с толку сбивает. Прям, реально. Чё кто-то? Ну, я думаю, назад нету смысла, да? Просто влево и... Вот там еще одну миску выполним, и потом уже можно, наверное, начинать. Ну, мне сотка хлама, ну, с горой хватит, я полагаю. I think. Вот, и нам надо сейчас влево, 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 влево. А, кстати, если я замочил вот тех солдатиков... Ну, не солдатиков, а я замочил вот тех вот, так сказать, сектантов. Давай их сектантами называть, довольно-таки, ну, подходящее слово. Сектанты Уоррена. Вот, если я их, короче, мычканул... Они будут воскрешаться, вот, пока я уехал? Ну, так сказать, восстановочка. Ну, типа, как у Чарльза. Вот. Если нет, то это отлично. Кстати, фиолетовый цвет мне очень, ну, нравится. Давай реально фиолетовый будет. Такой успокоительный цвет чисто. Ну и да, мы едем влево сейчас. Снова, наверное, какие-то засранцы сядут на хвост. А, подожди, а мы, если вот сюда поедем, то мы поедем... Блин. Пешком добегать сюда буду. Ну да, полагаю. Придется пешком. Другого варика нет. Просто вообще.
Фуф. Да, это придется долго прям щеголять. Ну ничего, мы справимся. Чу-чу! Ну и прямо здесь мы дергаем стоп-кран и начинаем свое приключение. Без оружия, без всего. Очень рисковое. Но оно к NPC-шке, поэтому... Ну чё волноваться, чё бояться. Все у нас отлично. Я вижу там какой-то Стоунхендж, еще один. Неужели это призма? Или это какое-то захоронение, какая-то гробница? О которой нам, кстати, говорили. Прикинь, здесь какая-то секретная шняга. Типа поставишь сюда яйцо и начнется другая призывалка. Слушай, а... Да не, это ничего не значит, это просто тотем. Ну как тотем? Какая-то гробница, походу. Но другого я ничего не могу предположить. Реально сомнительная тема. Но в любом случае мы уже доходим. 114 метров. А здесь довольно-таки, ну, такой увесистый домик. Прям нереальных размеров. Смотри, здесь 5 этажей нафиг. Или 4. Ну или 3. Но они внушающе выглядят. Ой, это ты. Здорово. Ой, посмотри, он какой-то толстячок прям. А, знаешь, как я его назову? Петька, Петька, блин. Hi. Он Ронни. Эй, ты же недавно здесь. Тебе прислали на нас работать. Тебя прислали. Видимо, ты. Мне нужно кое-что вон из тех башен. А, видимо, ты. Ну не переживай, это не бесплатно. Я тебе даже заплачу, я же щедрый. Понимаешь ли, на материке никто и слухом не слыхал о горных работах господина Уоррена. Он даже про обвал никому не сообщил. С тех пор мы от него ничего не получили. Жилье в ужасном состоянии. А моя зарплата при моей такой. Квалификация куром насмерть. А в довершение всего никто не знал, шахтеров не получил свой договор. Не получил свой договор. Мои работяги это переживут, а вот моя безупречная репутация будет подмочена. Как только выберусь с острова, засужу этого Уоррена. Но мне нужны доказательства, что он нарушил контракт. Те бумаги как раз подойдут. Он хранит все свои бумаги на самом верху этих башен. Не буду объяснять, как я догадался, ты вряд ли поймешь. Проблема в том, что он построил эти башни задолго до начала нашей работы. Работы здесь, и теперь они сыпятся на глазах. Я бы и сам туда забрался, но раз ты уж здесь, иди разузнай, что там да как. В награду я выдам тебе немножко своего лишнего хлама. Ну, не стоит благодарности. Блин, он странный. Стоит ли ему доверять? Он, смотри, он так палит на меня. Не пали на меня, мне страшно. Фух, что-то реально... Прикинь, это ловушка какая-то. Это было бы нежданно. Я полагаю, что до такого здесь не догадались разработчики. До такого прикола. Здесь просто паркурчик тяжелый. Ну как тяжелый прыжок, вообще ни о чем. Я думаю, здесь IQ move надо провернуть. Нереально, походу, IQ move. Надо вот на эти коробки встать и на кровлю. Я сразу понял. Ну неспроста не стояли, я прям сразу, так сказать, спроецировал, как мне надо пойти. Уже музычка какая-то началась, и здесь, походу, еще какой-то IQ-мув надо сделать. Полагаю. Вот эту вот шнягу взять и положить вот сюда, наверное. Не, ну здесь просто прыжочек, да? И мы дотягиваемся, но другого варика не было, очевидно. Вот сюда, вот сюда, вот сюда сразу же. Блин, я там дверь не открыл. Давай-ка мы назад сходим. Сейчас прыжок. Опа, прыжок веры. Так, и здесь у нас письмо, это очень важно. Прочитать письмо всегда важно. А там мы не были? На первом этаже вот этой шняги. Начать работу по добыче оказалось сложнее, чем планировалось. Дело не только в стоимости, но и в логистике строительства, доставка припасов к основным местам раскопок. Если вы хотите избежать банкротства, нужно как можно быстрее найти золото. Пон. Ну все, погнали наверх. Хотя, мне кажется, можно внутрь вот, да? Нужно даже, возможно. Здесь не открыть. Не, ну на самом верху он сказал, да? Типа... А вот они, секретные доки. Ну все, доки собраны. Надо вот здесь вот еще на нижний этаж спуститься. Я не помню, были мы там или нет. Ай, блин, долбанулся. А, мы были на первом этаже. Ну все, тогда вопросов нету, как говорится. Спрыгиваем дурацким методом. А, хотя мы паркурным. Like как ловко у тебя получилось забраться на эти башни, ты словно мартышка. Ну вот теперь я доволен, бумаги у меня. Надержи свой бесценный хлам. Только все сразу не трать, хихи. Братиш, мне это все понадобится в самом конце.
Это не сразу будет потрачено, это... Ну, это сразу, но не сразу, понимаешь? Типа, постепенно. Постепенная трата будет, умеренная трата. И реально нужная. Блин, а че? Я надеюсь, что он много навалил за такой паркур, реально жесткий. Вот здесь, кстати, мы можем мост подорвать, не забывай. Вот это же жестко. Там же все заминировано. Да, надо будет его вести к этому как раз. То есть мне придется как-то вот очень долго ехать. Короче, сомнительная тема, я не знаю, что мы будем делать. Но! Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Ну, то есть на сегодня, я думаю, достаточно мы поиграли. Так что, надеюсь, тебе понравился этот видосик, и ты поставишь его лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Ну и не теряй, а я тем временем пойду к своему паровозику.